Доброй ночи, дорогие друзья, пусть Бог вас благословит во имя Господа Иисуса Христа. Как хорошо это уделять время Богу. Как хорошо, когда мы молимся, мы тогда укрепляемся, обновляемся. И это то, что мы будем делать сейчас. Сегодня уже вторник, да? Предпоследний день поста Даниила, 30 июля. Завтра последний день. Давайте будем сейчас искать Духа Святого. Я знаю, что есть люди, которые участвуют в этом посте Даниила. Есть группа людей, которые хотят получить крещение Духом Святым. И тогда вы сейчас будете искать со всей силы. Вам не надо кричать. Но вы будете молиться, не просто слушайте мою молитву, но вы тоже будете молиться, искать присутствие Божие, вы будете делать свое лучшее. Аминь? И есть тоже другая группа людей, это люди, которые уже крещены Духом Святым, но тоже молятся с нами, и я верю, что вы получите обновление, укрепление. Это очень хорошо для вашего духовного роста. Аминь? Мы сейчас вместе будем искать Духа Святого, будем славить Его. И я уверен в том, что Он сойдет для того, чтобы наполнить нас. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Давайте обратимся к Нему сейчас. Найдите себе место. Не отвлекайтесь. Давайте сейчас вместе будем искать присутствие нашего Господа. Во имя Иисуса Христа. Давайте обратимся к Нему. Всевышний Святой Дух, вновь помолись. Богу предай все открыто, как жизнь разбита. Всевышний Святой Дух, мне бери слова, чтобы я смог объяснить, справляюсь едва. Господь, помоги мне, так трудно просить, я не знаю. Господь, помоги мне, так трудно
спросить я не знаю, о чем Всевышний Святой Дух, мой ходатай перед Отцом. К благу содействует все только тем, кто любит Тебя. Мой Бог и мой Господь. Во имя Иисуса Христа мы обращаемся к Тебе в этой молитве. Люди в этом мире, Господь, к сожалению, не понимают, как хорошо это быть в Твоем присутствии, искать Тебя. Ты, мой Господь, источник нашей силы, источник нашей радости. Аллилуйя. Мой Господь и мой Бог, сейчас со мною молятся люди, которые уделили, мой Господь, это время именно Тебе. Сейчас есть, мой Бог, те, кто работал целый день и мог сейчас, мой Господь, спать. Этот человек, он мог спать, отдыхать, но встал и сейчас изливает свою душу перед Тобою. Мой Господь, я прошу, слышь эту молитву. Да, мой Господь, услышь молитву этого человека. И прими, мой Бог, сейчас его отдачу. Прими, мой Господь, сейчас его поклонение во имя Господа Иисуса. Господь, мы смиряемся перед Тобою. Нам нечего скрывать. Ты знаешь наши ограничения. Ты знаешь, мой Господь, наши недостатки, их много. Прости, мой Бог, прости нас за наши грехи, за наши недостатки. Убери, Господь, из нашей жизни все, что не от Тебя. Мы отдаем, Господь, сейчас свою жизнь Тебе. Соверши Твою работу в нас, измени то, что нужно. Мы хотим быть источником в этом мире, свидетелями Твоими, Господь, во имя Иисуса Христа. Мой Господь, я молюсь за этого человека, к
который еще не получил крещение Духом Святым, излей Твое присутствие, мой Господь. Есть, мой Бог, сейчас люди, которые в эти дни поста Данила опустошают себя от этого мира, чтобы наполняться присутствием Твоим. Мой Господь, излей присутствие Твое. Излей, Господь, Твое присутствие и наполни этого человека, мой Господь. Я также молюсь за крещенных Святым Духом людей, которые сейчас ищут обновление, укрепление. Аллилуйя! Сейчас, мой Бог, есть люди, которые уделили это время Тебе. Прими наше поклонение, прими нашу хвалу, нашу отдачу. Аллилуйя! Дорогие друзья, отдавайте всего себя Богу, молитесь, ищите Его присутствие. Сейчас не переживайте о том, чтобы получить, но о том, чтобы давать. И отдавайте Ему сейчас свое лучшее. Отдавайте всего себя, славите Его, поклоняйтесь Ему сейчас. Аллилуйя! Скажите «Слава Тебе, мой Господь! Хвала Тебе, мой Спаситель! Я Тебя люблю, я Тебе поклоняюсь. В моей жизни нет другого, я люблю Твое имя. Аллилуйя!» Я славлю Тебя, мой Спаситель, мой Искупитель. Славьте, дорогие друзья, вашего Господа. Пригласите Духа Святого войти в ваше сердце, в вашу душу. Аллилуйя! Он уже там с вами, и Он сейчас войдет в ваше сердце. Войдет в вас во имя Господа Иисуса. Поклоняйтесь вашему Господу, молитесь. Если вы уже крещены Духом Святым, вы можете славить Бога на иных языках. Если вы еще не крещены, то на своем языке молитесь, потому что Бог принимает вашу отдачу. Неважно, на каком языке вы молитесь, Он слышит вас. Аллилуйя! Это ваш момент, я тоже буду искать за себя. Молитесь, славите вашего Господа. Аллилуйя! Примите Его присутствие сейчас. Примите Духа Святого. Господь Иисус
крестит вас сейчас. Он крестит вас Духом Святым. Вы можете славить Бога, молитесь, славите. Он сейчас наполняет вас во имя Господа Иисуса. Он наполняет вас Духом Святым. И вы, кто уже крещен Духом Святым, вы получаете обновление, укрепление. Аллилуйя! Аллилуйя! Ты великий наш Господь, Ты наш Бог. Примите Его любовь, Его силу. Он сейчас дает вам уверенность, что Он с вами, что Дух Святой в вас. Вам не надо бояться, вам не надо переживать. У вас сейчас появляется радость, спасение, необъяснимая радость, сила, уверенность. Аллилуйя! Аллилуйя! Он делает вас свидетелем Его на этой земле. Во имя Господа Иисуса. Повторите за мною: мой Господь, я верю, что Ты сделал меня свидетелем Твоим на этой земле. И я благодарю Тебя во имя Господа Иисуса Христа. Скажите аминь. И слава Богу. Аминь. Слава Богу. Я верю, что Дух Святой в вас, что Он уже действует в вас и будет использовать каждого из нас в этом мире для спасения многих во имя Господа Иисуса. Кто хочет, вы можете продолжать искать, молиться, славить Бога. И завтра, последний день, в среду, будем еще раз молиться с нами. С Богом!